Доброго времени суток, зрителям, членам, гостям нашего канала. С вами Рости, и это рубрика Gameplay Let's Play. Сегодня мы с вами поиграем в игру под названием «Я ненавижу эту игру», которая вышла 7 марта 2019 года, то есть 2K19, как вы любите. Игра представляет собой платформенную головоломку, в которой мы должны будем решать загадки, задачи и проводить нашего человечка в светлое будущее. Давайте начнем играть. Обычно первый уровень обучения. Так, управление. Влево-вправо понятный рестарт, пробил прыжок, спойлер. Иногда тебе придется использовать мышку. Окейюшки, оп! Твоя задача пройти все уровни, каждый уровень новая задачка. Хорошо, поехали. Веселая такая музычка. Так, стены хранят секреты. Какие? Ничего не нажимается, может... Ага. Пускай будет так. Блять. Управление, конечно, здесь оставляет желать лучшего. Такое оно слишком суперское-пуперское. Так, подвинь что-нибудь. Есть подсказка. Подсказка. Перетяни дверь. Ага, то есть есть подсказки. Ну, больше такое делать не будем. Так, пожалуйста, заходите. Так, что тут у нас? Один, что ли? Шесть. Семь. Понятно. 1, 6, 7. Отлично, дверь открылась. Теперь главное не упасть с этих гребаных блоков. Так, операторы. У нас проходит питание. Как я понимаю, нам надо довести его сюда. Но дверь не открылась. Тоже не то. Ну, допустим, пускай она выходит отсюда, попадает. О, есть. Хорошо, теперь блок. Ай! Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Отличный. Просто с меня отличный хлопец. Так, что я тут делал? Нет. Вот так. Есть. Рисуй. Че рисовать? Каким образом? Ага, понятненько. Да, такой именно, конечно, рисовальщик с меня не очень. Наверное, мне кажется, любителям жанра вот таких головоломок обязательно стоит в нее поиграть. Для меня, конечно, это очень... Я далеко не любитель и не профессионал. Так, только ты можешь покинуть эту комнату. А я это кто? Наверное, с крестиком от нее. Нам не открывают. Ничего рисовать тут нельзя. Запрыгни ему на голову и перепрыгни. А как ему запрыгнуть на голову? А-а-а, вот оно как. Сука, он все равно впереди меня оказался, дрянь. Дружище, иди сюда. Ну, давай заново. Вот смотри, какая зараза. Хорошо, если... Здесь мы сделаем... Видите, что происходит? Он не хочет, чтобы я его... обхитрил. Угу. Ой, почти получилось. Есть. Зараза, ну... Оставайся здесь. Оставайся там. Есть. Ракеты. Ох ты. Ой-ой-ой. Это было изи-бризи. Ползунки. Понятно. Пока задачки легкие. Это как раз уровень, наверное, 5 класса школы. То есть это мой уровень. Особенно с прыжками у меня неважно, блять, получается. Я извиняюсь за мат. Между прочим, уже на секундочку 9 уровень, ребят. Опа. Так. Попробую заново. R. Ну, его колбасит, но... Он мне что, фак показывает? Понятно, просто на кнопку нажать. Так.
Пальцы вверх, пальцы вниз. Не меняются. А, понятно. Так, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз. Отлично. Теперь самое тяжелое. Все, прошел. Прошел прыжки, прошел на... Не понял уровень. В стенах секретов нету. Наверное, вот этого чубрика надо скинуть. Как-то. А ну-ка еще раз. А, все, он управляемый. Я понял. Вот так попробуем. Чуть-чуть не хватает. А ну-ка, на его маленькую ножичку. Нет, еще давайте. Мне кажется, мне надо его еще дальше. А, вот, блин, что-то он сильно далеко у меня не... О, есть. Есть, есть, есть. Изи-бризи. От... Ух ты! 2.5D. Практически как двойное проникновение, только 2.5. Понятненько. Не, ну это изи уровень. Камера просто неудобная. Музыка пропала. Господи, ребята, что происходит? Музыка пропала. Чистота. По идее. Ага. Это было легко. Удвоенный что? А, прыжок. Грани. Один, 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 один. Ага, раз, два, три, пять, одна, три. Изи бризи, изи бризи, изи бризи. Стрелки. Ничего, стрелки. Два больше одного. Два больше одного. Два больше одного. Два больше одного. Бля. Что за хрень была? Какого хрена меня эта дрянь раздавила? Я прошел головоломку. Что вы делаете? Давайте, хорошо. Вот так тогда примерно. Два больше одного. Два больше одного. Два больше одного. И два больше одного. Получите ящики. Оп. Лабиринт. Так, и что тут? Ага, я понял. Понятно, биться об стенки нельзя. С моей развивающейся болезнью Паркинсона... Шучу. Это тяжелая, конечно, для меня миссия. А ну-ка, если я отожму мышку... Отлично, можно хотя бы отжимать левую кнопку мыши. Для того, чтобы сосредоточиться. Так сказать, дать себе передышку. Это было опасно, ребята. Я просто ходил по лезвию ножа. Музычка тут прикольная, конечно. Так, осталось самое легкое. Теперь просто провести по туннельчику этому. Есть. Копатель оффлайн. И чё? Чё тут можно делать? Ага. Точно, точно, это же как в Майнкрафте. Оставить правое, да? Да. Слава богу, что я в свое время играл в такие чудесные игры, как Майнкрафт. И как бы умею ставить левое уничтожать, правое ставить. Оп. Выделение. А, даже так, ну допустим. И чего? А себя могу уделить? А, оно
оно толкает. Я понял вас. Тогда вот так вот. Вот так вот. Так, тут теперь можно где-то вот так. Оп. Что-то я завел себе в дебри какие-то, но в принципе нормально. Это было легко. Ты пьяный, иди домой. Батюшки, что это такое? Так. Что происходит, блин? Подсказка есть? Ты дом, иди в пьян. Хитро. Так. Попробуем на вот этот камень прыгнуть. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, короче, тут, наверное, ребята, на ваше видео и закончим. Хрен я, наверное, пройду этот ролик, о, эту часть. Блин, какого хрена он слетает? Он еще прыгает задом. Действительно ненавижу эту игру. Начинаю ненавидеть, скажем так. Автор был... Молодец в этом плане. Эту игру можно возненавидеть. Тихо, спокойствие, спокойствие, Денис, спокойствие. Только спокойствие. Ай, блин, ну, ух. Тихо. Если бы я еще не был криворукий, как бы, рак, который нормально мог бы прыгать, но здесь прыжки как-то специфически очень реализованы, ребят, честно. Я не допрыгиваю просто. Так, это мы пропускаем. Вот сейчас можно прыгать. Блин, он почти во мне появился. Я просто не успел. Блин, я... Тихо. Все, успокойся. Главное сейчас не бомбить, потому что видео... Вы видели, мне ящик помешал, который появился. Разработчик, ты этот уровень просто шикарен, реально. Спасибо тебе от души в душу просто. За то, что ты бережешь мои нервы, мою клавиатуру, скорее всего, которая сейчас будет просто получать за того, что у меня руки кривые. Так, собрались, Денис, собрались. А может, надо просто иди домой, это сюда вернуться? Нет. Не прокатило. Пробуем. Вот. Что-то были такое, что заманцы в воздухе, когда он, блядь, развернулся, уже почти долетевший. Во, наконец-то, я прошел. Все, хватит, я чувствую, что у меня больше не хватит на эту игру. Ребят, маленькое такое видео по этой игре. Ну, надеюсь, вы досмотрели до конца, но, конечно, не досмотрели, потому что в среднем просмотров моих видео достигают 2 минут. То есть, очень радостно, что вас хватает на 2 минуты моих видео. Спасибо вам, что вы с нами, спасибо... Если вы даже поставите лайк или дизлайк, это будет вообще супер-пупер. Подписывайтесь на наш канал, с вами был Росси. Это была игра «Я ненавижу эту игру». И всем пока и до скорых встреч.